Отряд самоубийц выдвинулся в путь. Отряд раз 34 года разрешает въезд. Там очень спокойно. Когда разъезжают. Первый спуск детский. Я замыкающий. Если кто подумал, что остающий, он ошибается. Сейчас не шутить, в конце. Не, пока до Валена и Ира не доехали, пока можно. Для особо желающих можно будет смотаться. Я не пропускаться по нему. Не, у нас утвержденный маршрут, одобренный Министерством туризма. Ни влево, ни вправо. Оно об этом не знает. Но оно одобрено. Проезжаем через бедуинскую деревню. Это да. Первый. Она давай, не покатительная. Нахаляелим. Сыпучая галька здесь. Довольно крупный песок. Тяжело ехать, страшно. Замечательность маршрута, вот такой интересный грибок. Это очень ответственное место, здесь маршрут ответвляется. Обычно все едут прямо, заблуживаются, возвращаются обратно и начинают искать это место. Нам сюда. Мы не обещали спуски, мы обещали тенденции на спуск. Где у нас срыва? Нет, там, где бульбуси мы сделали чай. Единственная тень, где была, мы ее проехали уже. А следующая тень я тебе могу рассказать, где. Возле машин. Извините, камни. Опа. Дропчик. Красивое место. Бассейн реки. Эвритик Гэв. 12 или час? Сейчас Пашка идет на рекорд. Где это вас? Где же мы пропустили один подъем такой, я помню, звездский? Было два подъема. Тем более, что ты снимаешь. Непонятное дело. Целуй. Традиционное чаепитие начинается у нас всегда костром. Приятно, костер. Погреться опять же приятно. Нашли какую-то тень. Холодный был. Кушать хотел. В стирке там большая. Ой, это майка же не это. Это не вело. У нас есть вело. Так, кабанусы пошли. Из 25 кабанусов я не выезжаю. Игорь, кто не работал. Это типа мы залезли на этот подъемчик. Пуститься по долги. Да, хорошо. Это очень классно.
Впереди Мертвое море и Иордания. Тихо этого! Табличка! Вот она цель нашего путешествия, Мецеда Масада по-русски. Крепость, которая больше, чем 2000 лет. Мы заканчиваем наше путешествие. Часть маршрута прошли пешком, часть попрыгали. Очень хороший, приятный, красивый маршрут. Последние метры. Все, мы сделали это. Кое-кто решил продолжить это и вернуться в Арат своим ходом. Что, Володя наверху мотал? Ну и шум, как от машины. Вон пишет дорога, которую насыпали римляне. Теперь я не закрываю. Докатишь сам или тебя подкинуть? Конечно, в машину встретимся.